Так, это наши апартаменты. Так, вот такая вот у нас как кухонька. Вот здесь вот у нас двухкомфортная печка, мойка. Вода хорошо бежит, и горячая, и холодная. Стиральная машинка. Тут вот такие вот ящички. Вот здесь вот. Ну, для разных там мука, круп, тут приправы. Вот такая у нас кухонька. Окошко здесь. Вот такая маленькая кухонька. О, Семен в кадре. Сема, привет! Вот здесь такие вот три ступенечки. Тоже окошко. Вот здесь вот стол, на котором обеденный мы кушаем. Так, тумбочка, тут тарелочки, стаканчики. Угу. Вот здесь вот туалет. Вот сейчас я вот закрою. Вот так выглядит дверь. И вешалочка. Открываем. Здесь вот туалет, раковина. Раковина. Здесь получается ванна. Ну и туалет. Вода горячая, холодная. Так. Закрываем. Что у нас дальше? Вот это у нас холодильник. Это у нас холодильник. Индезит. Вот такой маленький, но очень удобный. Микроволновая печь. Так, дальше у нас идет дети со спиннерами. Привет! Вы уже здесь все отдыхаете? А ну покажите свои спиннеры. У меня светящиеся. Вау, у меня три функции. Ничего себе, круто. Показывай свои три функции. Только один уже одна, у одной уже батарейка садится просто. Да? Ой, это надо выключить свет, тогда оно будет хорошо, да? Так, вот такая есть функция. А ну круче. Ну крупнее, не раз. Один раз мы посмотрим. О, если. Крутой. Самая красивая. И у Милены вот такой вот желтый. И еще вот есть такая функция. Классно. Раз. Это вот сейчас такая. Модно. И вот такая. Угу. Так, вот. Диван, на котором. И последняя функция. А еще в салоне тесновато. Такие машины. Вот такая бегает. Палочки бегают. Красота. Супер. Да. Сейчас это очень модно. Все в тренде. Спиннеры сейчас в тренде. Так, вот такое вот получается как бы кресло, но это такая кровать. Она раскладывается в фиолетовом стиле. Очень красиво. Плазменный телевизор. Вот такая очень красивая картина. Вот такой вот диван. Вот такой вот Семен. Да, Сема? Семен, привет! Привет, Семен! И Семен здесь житель наш. И вот такая вот спальня. Вот такая двухспальная кровать, светильничка два, потолок. В общем, все очень красиво, удобно. Вот такой вот большой шкаф-купе. Вот. Очень огромный, удобный. Вот как-то так вот. Вот такая вот у нас в этом году проживание такое.